Триває етер громадського інтерактивного телебачення, і з нами на зв'язку Михайло Камчатний, очільник громадської організації «Інститут свободи і конкуренції». І будемо ми розмовляти з паном Михайлом, власне, про реформи, котрі давно назріли і перезріли в Україні. Власне, що на сьогоднішній день, перше запитання буде звучати таким чином, що на сьогоднішній день треба зробити з тим, аби держава, яка воює, зміцнила себе, вже починала зміцнювати вже зараз, попри воєнний стан, попри все. І як має вести себе громадянське суспільство для того, аби не допустити сповзання адміністративного апарату в старі схеми, які стільки років фактично не дозволяли Україні ефективно розвивати? Добрий вечір, учасники студии, добрый вечер, зрители. Такой достаточно сложный вопрос, но я думаю, что первое, то, что не сделала еще нынешняя власть, она не перешла на рельсы военной экономики. Если мы, подавляющее большинство людей, граждан Украины, мы уже ощутили на себе военную экономику и живем уже сегодняшним днем. Ну, кто воюет на фронте, кто помогает, волонтерствует, кто выехал, к сожалению, как беженец, то у меня складывается впечатление, что представители власти на разных уровнях, они еще живут 23 февраля. То есть до полномасштабного вторжения России на нашу территорию. В первую очередь, в ближайшие дни, я думаю, что власти необходимо перейти на рельсы военной экономики. Она предполагает ряд мероприятий. Это под девизом «Все для фронта, все для победы». В первую очередь должна быть бесперебойное финансирование, конечно же, армии. Должна быть поддержка социально уязвимых слоев населения, это пенсионеров, людей, там, инвалидов первой, второй группы, которые критично для которых финансовая помощь, чтобы они, чтобы с ними не было проблем. Значит, поддержка на полицию, возможно, на какие-то часть правоохранительных органов. В общем, все для того, чтобы победить. Все остальное, и, допустим, еще важный момент, что государственные органы могут сфокусироваться на каких-то гуманитарных вопросах для того, чтобы обеспечить помощь людям, которые остались в первую очередь при фронтовых городах, там Харьков, Донецкое направление, Южное направление и так далее. Все остальное, все связанное с экономикой, что связано с образованием, все связано с медициной и так далее, все должно быть максимально дерегулировано и отдано на откуп людям, чтобы они максимально могли самостоятельно обеспечивать себе эти услуги. Причем это не должно облагаться никакими налогами, таможенными пошлинами, акцизами и так далее, То есть ярким примером является сегодня кризис, связанный с топливом в Украине, с бензином и с дизелем. Когда мы видим, что государство, как и раньше, пытается регулировать эти процессы, естественно, есть какие-то определенные хематозы на этом, понятное дело, что какие-то группы пытаются заработать на этом, но все, что приводит к этому, это мы видим к дефициту, к удорожанию, значит, самого топлива и к расширению теневого, значит, рынка. Это является ярким примером, если государство начнет сейчас регулировать и другие сферы в экономической сфере. Ну и так, мы уже знаем, что они там занялись регулированием гречки, там, обеспечением, опять же, во всяком случае, здесь, где я сейчас нахожусь, под Днепром, например, я не наблюдаю тут гречки уже там, две недели, там ее невозможно купить, да, ну так и в других городах. У нас есть по 70 гривен. Регуляция.
У нас максимальная есть дерегуляция. Да. Вот те поправки, которые приняты были, чтобы облегчить налогообложение для предпринимателей, я думаю, еще нужно дальше идти вертикально и как бы максимально снижать все это налоговую нагрузку на бизнес. Ну и главным тормозом у нас сейчас становится таможня, где мы видим случаи задержек и грузов, и не только там предназначенные в рамках бизнеса, а также и гуманитарные и так далее. Дякую, Михайло. Тобто, от, якщо я зрозумів, нам треба буде максимально налаштувати суспільство на ті реформи, перепрошую, реформи, які мають привести до успіху державного, мається на увазі, оскільки ми воюємо, значить, нас має бути і розвиватися і саме ВПК, і, відповідно, саме суспільство має адекватно реагувати. І останнє запитання з огляду на короткий час, який нам відведений для нашого інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, от зараз всі громадські організації кинулися в волонтерку. Як зараз, яка там зараз ситуація у вас в рідному Харкові? Наскільки зараз місто здатне, попри обстріли, попри інші складні речі, функціонувати і думати про майбутнє? Смотрите, Юрий, я как бы сейчас нахожусь под Днепром, но я коммуницирую с ребятами, которые помогают и организовывают там волонтерские вот обеспечения людей. Значит, несколько есть ребят. Значит, один из них мне сказал, что он прекратил заниматься по причине того, что в Харькове уже достаточно обеспечения вот социальных групп необходимыми там продуктами питания. Он сейчас полностью переключился на армию, помогает ей. Другие же говорят, что есть несколько как бы вариантов обеспечения. Значит, есть занимается местная власть, есть занимается областная власть, и есть занимается областная военная администрация. И есть непосредственно сами волонтерские организации выстроили свои сети помощи, адресной помощи нуждающимся. По причине того, что они не сильно доверяют как и местным властям, так и местным администрациям. Есть у них подозрения там различные по поводу употребления и так далее. Поэтому с точки зрения обеспечения Харьков сейчас уже прошел эту черту потребностей и там потихоньку он там начинает возвращаться к жизни. Но, например, у меня квартира находится на краю непосредственно северной части, откуда вот заходили русские, да, и как бы на нашем микрорайоне там до сих пор проблемы с электричеством, с газом, то есть пока еще окраины города, там где обстреливались постоянно российскими войсками, значит, там еще не налажена жизнь, и тем более инфраструктура. Там еще дякую, не пане Михайле. Я вимушений нас переривати, оскільки нас збігається час. Я нагадаю нашим телеглядачам, радіослухачам, з нами був на зв'язку очільник громадської організації Інститут свободи і конкуренції Михайло Камчатний. Слава Україні! Спасибо, слава! Героям слава!